Итак, данный выпуск влога будет посвящен нашей поездке на хутор Ольховский Тимашовского района. Кому интересно, оставайтесь, смотрите. А кому нет, можете прямо сейчас выключать данное видео. Гранитобойщиков написал. Люльки.
Все дома есть. На хоздворе у нас все есть. Иди, говорю, покажу. Вот видишь, в каких детки раньше были, Люлька? Мемориальное подворье семьи Степановых, которое находится на хуторе Ольховский. Это то место, где семья Степановых жила с 1939 года. А дальше будет музей семьи Степановых. Смотрите. Вот, ребятки, вот здесь котята, да. Ну, тут туда, где были. Причем четко висят и часы на всех местах. Все лишь. Просто вот книг здесь больше, там меньше книг, а здесь больше. Thank you.
Всех видно. Все сюда, смотрите. В завершении я прикреплю немного истории, чтобы вы полностью понимали, что это за выдающаяся семья и что они сделали в годы Великой Отечественной войны. Ведь даже в Лондоне об этом музее, который находится в городе Тимашевске, и подворье, которое находится в хуторе Ольховский, знают. Давайте мы с вами не будем забывать эту историю, очень цепляющую и очень ранящую, честно говоря. Спасибо, что вы были вместе со мной. До новых встреч!